такой же предмет, как у меня. Да. А что это, Йоши? Это попыт. Вот что это. Вообще, я просто пришел сюда, я хотел вот так вот нарисовать маленькую Лану. В смысле, ты хотел? Вот. Случайности не случайны, мой друг. Вот зря ты это сказала, это же сразу... Всем привет, друзья, мы тут с ребятами пришли немножко рисовать, и я зашла немножко раньше и нарисовала кроватку, потому что я хочу спать, вот даже буквочки Z есть, потому что я очень сильно хочу спать. Это тоже сопит, получается, это я, Ульяна, это я тут соплю просто. Нет, я тоже тут сплю. Кровать красная, это моя кровать, уйди, я тут соплю. Ой, извините, пожалуйста, я себе свою нарисую, знаете ли, вот так вот. Вот иди и рисуй, вот и пожалуйста. Вот такую же возьму и нарисую, вот как ты там нарисовала. Такую же? Некрасиво. Такую же, как вот ты нарисовала. Черная, ха-ха-ха, ой, она не красная. Вот так вот. Зачем вот я сказала? Вот, короче, это стол. Все, ладно, это стол. В общем, ребят, может, нарисуем что-нибудь из комнаты еще? Как вы на это смотрите? Ну, давай. А, смотрите, а Лана нарисовала яичницу, по-моему. Это лежанка для кошки, понятно? Неплохо. А, ну, нужно ее чем-то наполнить тогда, ну, каких-нибудь штуковин накидать там, катышек. На, вот тебе накидали вот тебе. Ага. На. Спасибо теперь большое. Теперь тебе будет теперь весело это... и комфортно и уютно. Ну, да, ладно, хорошо. Наверное, нет. Больше похоже на пончик. Слушайте, ребят, ну раз мы уже начали рисовать что-то из наших комнат, так, может, продолжим? Заодно это будет такой рум-тур в виде рисования. Ой, ну давайте. Ну, можно, в принципе, я думаю. Ой, я даже знаю уже, что мне нарисовать. Я только что посмотрела налево и увидела это замечательное чудо. Так, подождите, а может быть, будем за ограниченное время, как в прошлый раз, рисовать? Да, это точно. А то будем рисовать. Тогда давайте выберем три предмета. Три предмета. Первый предмет за минуту. Второй... А, подожди, нет, ладно, за сколько мы там делали? 30 секунд? 3 минуты и 10 минут или как? Ну, да, типа того. Ой, знаете, за 30 секунд мы вообще какой-то кошмар нарисовали. Давайте минута, 3 и 10. Ну, давайте. В принципе, я да, согласна. Да, давайте, я тоже не против. Так, ребят, ну тогда давайте сейчас немножко осмотримся и выберем 3 предмета из своей комнаты, которые мы будем рисовать. Хорошо, но для начала ты не мог бы удалить свои каракули вон там, вот я буду там рисовать. Пожалуйста, пожалуйста, все, готово. Спасибо, я тоже удалю свою кроватку. Эх, ну ничего, кроватка, я к тебе скоро вернусь. А ты могла просто слой типа оставить и потом в самом конце видео открыть именно этот слой, да, и все, и пойти спать со спокойной душой. Да, можешь вперед, можешь, если ты не удалила все. Я удалила все. Эф. В общем, ребят, давайте тогда решим для себя, что будем рисовать, и начнем отчет. Давайте, я его положила уже рядом со мной. О, вот как, понимаю. Ну что, ребят, отчет пошел, поехали. О, так быстро, блин, ай-яй-яй. Боже мой. А у меня не работает какой почему-то. Какой у меня красивый круг, боже мой. Вы только посмотрите. Ладно, уже работает. А ничего, что у меня будет одним цветом? Ну, я думаю, что это одним цветом нормально. Но, ну, конечно, не так красиво, как у меня на самом деле. Но это не факт. Вернее, не суть. Правильно, правильно? Ну, да, думаю. Не получается какие-то крестики и нолики. Да что ж такое? Так, давайте сделаем вот так. Так, ну, за 30 секунд мы бы ничего не успели нарисовать, потому что 100%. Они уже заканчиваются. Да ладно. Серьезно? А, ну, уже 30 секунд заканчиваются. Я понял, все, да хорошо. 30-то уже давно закончились, так что да. Ой, ребят, как сложно, блин, беда, а как сложно. Беда, аларм, у меня сколько ничего осталось? Не выходит. Осталось 6 секунд. Ребята, 4. Все, кажется, мы закончили. Я успел, я должна. Ну, фух, так, допустим. Я успел, ребят. Я доволен лично жизнью. Я наполовину. Наполовину, ага, я понял. Так, ну что, кого идем смотреть первым? Давайте. Ну, не знаю, ну давайте вы выбирайте, а я потом уже к вам прискочу. Давайте к Лане, у нее какой-то маленький рисуночек, давайте. Идем к Лане. Ну, да. Ой, что там такое красивенькое? Да, что-то да, красивенькое. Ну смотрите, сможете это угадать, рыбка? Что это? Это ананас, это торт! Это явно какой-то ананас, да. Это кружка, это кружка-торт, торт в кружке, это кекс. Это какой-то кекс в кружке, что это такое? Слушайте, на самом деле, очень-очень интересные варианты, но нет, это чехол для наушников в форме ананаса. Ой, какой красивый. Блин, я тоже теперь хочу такой, слушай. Вот эта штука. У меня просто обычный, типа, знаешь, фиолетовенький, точнее, лиловенький, лучше сказать. Вот, в принципе, интересненько выглядит твой на самом-то деле. Я даже могу его сфотографировать, и я думаю, Ульяна вставит его в видео. Слушайте, а я хочу похвастаться, а у меня тоже есть чехольчик, и он необычный, и как вы думаете, с чем он? Ну, рискну предположить, что с тем, что тебе нравится очень сильно, ну, и да. Что есть в твоем скине.
Это очевидно. Ну так нечестно. Скажи, ты знал? Вот ты знал, да? Ну откуда ты знал? А знаешь откуда? Потому что очень много всяких чехольчиков именно с авокадиками на самом-то деле. Да, он у меня, между прочим, задумчивый. Он пьет кофе и говорит: Вот так. Так, ну что, задумчивые авокадики, пойдемте теперь к Ульяне, наверное, потому что мой рисунок дальше. Ну мне стыдно, после такой красоты я не хочу идти ко мне, в общем, смотреть. Ульян, а если я правильно понял, у нас с тобой немножечко похожие вещи лежат рядом. Нет! Да! Серьезно? Да! А вы знаете, что это такое? Ну я догадываюсь. Вот давай дадим Лане угадать, потому что я, скорее всего... А ты точно думаешь, что это правильная штука? Ну ладно, да. Давай, а ну-ка. Ну, думаю, да. Слушайте, я не знаю, но это может быть, судя по форме, вот так вот, если сверху прям посмотреть, это какой-то, я даже не знаю, ковер. Пицца с разноцветными оливками. Да, ну или коврик. Ну, по-моему, ковер достаточно большой, достаточно симпатичный, радужный, насколько я могу понять. В общем, как-то так. Ой, или это еще похоже на гриль, там, где овощи, ну, в общем, готовятся, только они очень странные. Это такая вафельница, я поняла. Вафельница, точно. Это вафельница. Нет, это не она. Это я почти уверен, вот что это такой же предмет, как у меня. Да. А что это, Йоши? Это попыт. Вот что это. Цветный. Мне просто не получилось. Ну, в общем, я старалась, как могла. А я думала, это начинка. Мне даже не кружочки, какие-то буквочки странные, непонятные. В общем, я. А вот тут шестерочка. Смотри, вот это шестерочка. Вот это. Да что ж такое? Постоянно то шестерочка, то буквочка Е, то еще что-нибудь. Это все кружочки. У меня была всего лишь одна минута. Все, понял. Все, извините, пожалуйста. Пойдемте. Пойдемте ко мне, пойдемте. Пойдемте. Ой, я нарисовал случайно. В общем, ну что же, это кто такой у нас тут красивый стоит, а, ребят, кто? Ой, это такой красивый? Это Амонг. Амогус. Да, ух ты, слушайте, а классно выглядит. Да, очень так, круто. Нормально. А что это такое, ребят, вот это что такое? Это чайник. Раз, два, три, четыре, что это у него? Ветрянка. Ветрянка, ну, почти. Кстати, да, похоже. Ёша, у тебя заболел Амонгик, надо его как-то вылечить. Или это сыр. Какой еще сыр? Я что, зря сказал, что это предметы похожие? Это чеддер, его зовут Чеддер, и поэтому он... Ой, все, Чеддер, до свидания, я ухожу от вас, все, ребят, все, пока. Так это тоже получается попыт? Попыт, все верно. Все понятно. Только он очень маленький, это такой прям маленький-маленький, я его тоже, наверное, сфоткаю. Короче, у Ульяны будут одни фотки просто в видео. Ага, ну правильно, мы же все-таки рисуем предметы из своих комнат. Да, и, кстати говоря, давайте, наверное, продолжать. Давайте выберем второй предмет и потратим на него 5 минуточек. Ну что, ребят, засекаю время дальше. У нас впереди 5 минут. Это уже побольше. И поехали! А, так. 5 минут уже пошли, да? Ёлки, 5 минут уже пошли. Ничего себе. Ну, блин, так, у меня кривовастенько получается. Сложно, я думаю. Но я, честно, стараюсь. Максимально стараюсь. Так, старание просто мое. Это, ой... Вы бы видели, как я вырисовываю все вот это вот. Ой, просто капец. Ой, так. Ребята, какой кошмар. Я сейчас вот так вот я не буду больше заходить на свой рисунок с другой стороны. Я сейчас зашла с другой стороны, такой кошмар. Ой, это да. Тут это... так вот красиво, а с другой стороны просто кошмар. Я вот так вот останусь на самом деле, и все. Вы не видели вот это то, что там было, этот кошмар, который вы там видели. Вы не видели. Смотрите себе память и, в общем, вернитесь назад в прошлое. Так, ребят, время заканчивается. Скорее останавливайтесь и... Стоп. Блин, а так внезапно. Ну ладно, в принципе, не то чтобы очень хотелось дорисовывать, поэтому хорошо. Да, я в принципе тоже успела. Теперь начинаем с Йоши. Хватит с меня начинать, пойдем. Почему с меня? А вот пойдем. Так. Ну ладно, пойдем, я постою в таком случае. Пойдем. Это что, это груша? Да нет, Ульяна, ну спасибо тебе. Ну спасибо.
это VR! Ну да, ох да, ты. У тебя, блин, такое же, а ты не заметила. Ага. Да, вот буквально слева стоит, лежит тут. Прикольно, слушай. Кстати, очень здорово нарисовано, мне нравится. Ой, да, спасибо. Прям реалистично. Я старался. Честно, у меня даже под рукой его не было, он валяется где-то вот там. Хотел сказать, вот там вот валяется, хотел показать вам пальцем, но, в общем, представьте, что я показал куда-то за монитор, вот прям напротив себя, куда-то в ту сторону. В общем, где-то там он валяется, вот, и я даже не смотрел на него ни разу. На самом деле, у меня тоже такая ситуация с моим предметиком, ну, потом посмотрите. Так, хорошо, пойдемте тогда куда, к Ульяне, получается? А нет, к Лане, в прошлый раз мы ходили ко мне. Хорошо. Ладно, пойдемте. Хорошо, давайте так, издалека. Ничего особенного. Ну как непонятно? Да все должно быть понятно. Это платьишко. Уже понятно, это платьишко. Ой, у тебя есть такое красивое платьишко с сердечками. Ну здорово. Да, на самом деле сердечки не такие, и оно полностью голубое, а сердечки белые, но это слишком сложно, поэтому представьте, что оно полностью голубое, а сердечки белые. Ну, кстати, вот я сейчас на него оглянулась, фасон вот очень похож, так что вот, я в этом платье. Прикольно. Ага, очень миленько. Прикольно очень, слушай. Так, ну что, давайте 5-минуточка Ульяны, переходим к Ульяне, и что у нас тут? Да. Так, это кто у нас тут такой чудесный маленький молодой зеленый шампиньончик? Случайности не случайны, мой друг. Вот зря ты это сказала, это же сразу понятно, что это Угвей теперь, уже не будем угадывать. Ясно, значит, это маленькая черепашка. Ну да, ну блин, ну что? А то есть ты хочешь сказать, что она не похожа на черепашку, ой, да? Максимально похожа, максимально. Да? Просто я не видел более похожих черепашек на черепашек. Да, сразу похожи, Ёша, конечно. На самом деле, я начала глаза делать такие красивые. Такие вот кружочки на панцире. Потом поняла, что это будет похоже на божью коровку, чем на черепаху, поэтому это, решила это, просто знаешь, это знаешь, на что будет похоже? На еще один попыт. Ну, нет, это будет похоже, знаешь, на Квами, которая примерно между Квами Леди Баг и вот того вот мужичка, который типа старец, ему 108 вроде бы лет. То есть он зелененький, но типа с вот такими вот штучками, ну ты понимаешь. Вот так вот. А вы вообще оценили хвост? Хвост какой? Хвост чудесный, вообще здоровский. Маленький такой, как у огуречика, знаешь. Или у арбузика. Или у арбузика, точно. Ну, как вариант. Ну что, ребят, я так понимаю, что я снова на часах, и таймер на 10 минут, внимание, пошел. Ну что, поехали. Блин, как внезапно. Слушайте, а надо один предмет рисовать, или можно несколько, которые там рядышком вот как-то вместе стоят, либо друг с другом связаны? Так, Ёши хочет рисовать то же самое, что и я. Я не знаю, что ты хочешь рисовать, я вообще без понятия. Ну, я думаю, что можно, если это будет не слишком такие, я даже не знаю, как сказать, разные предметы, а то сейчас Ёша всю комнату нарисует и все. Ты реально думаешь, что с моими способностями можно за 10 минут нарисовать комнату? С моими способностями за 10 минут можно нарисовать стол. Причем вид сверху, то есть просто прямоугольник, ой, блин. Ой, да ладно тебе. Так, ребят, все закончили? Что-то у меня уже зажужжал просто браслет, а я не поняла этого. Ну, в принципе, этого. Да, в принципе, да, наверное. Ну, ладно, тогда хорошо. Так, начинаем с Ланы, я уже туда бегу, и вот я так и думал, я хотел рисовать этот предмет, я хотел его рисовать. О, посмотри, она даже себя нарисовала. О боже, это рекурсия, ребят, это рекурсия. Смотрите, если вот так вот мы снимаем кошку, ноутбук и ее микрофон, и на экране то, смотрите, это рекурсия, ребят, вот все, вы теперь знаете, что такое рекурсия. В общем, да, интересно, круто выглядит, Лана, здорово. Ой, спасибо большое. Надо было, наверное, еще внутри нарисовать, но как уже получилось. Ну, внутри это вообще жесть какая-то была. Это вообще сложность, да, очень большая. Ну, слушай, это очень круто. Спасибо, просто не так много предметов в комнате, я даже не знала, что еще нарисовать, поэтому вот. Ну, это отличный выбор. Так, Ёша, ну что, давай теперь ты показывай, что там у тебя такое за 10 минут. Ой, не напоминай, пожалуйста, то, что это за 10 минут. Вообще, я просто пришел сюда, я хотел вот так вот нарисовать маленькую Лану. А ну, в смысле, ты хотел... Вот тут вот. Вот так вот, и ее маленький ноутбучек, посмотрите, вот так. Ой, я не вижу из-за крыла Ульяны, ну, в общем, это ноутбук. Все, в общем, пойдемте, не будем портить рисунок, погнали ко мне. Так, а у меня здесь все не очень хорошо, у меня лучшая деталь — это телефон мой.
Прикольно. Это, ребят, это наборчик. Это набор для записи видео, записи тиктоков, там всего такого прочего. Раз лампочка, два лампочка, и вот эта вот кольцевая большая лампочка, в которой зафиксирован телефончик. Вот так. Слушайте, вот. Ну и стол здорово. Просто тут для красоты. Мне очень нравится, как ты раскрасил. Да, и такое ощущение, как будто вот эта желтая лампочка светит на стол, и он освещается. Я тоже так подумала. Ага, ровно весь стол освещается, ага. Ну нет, вот тут не освещается. Видишь, ножка, ты что-то не видишь, что она не освещается. Ну что? А это специально было, чтобы, типа, было понятно, где внутренности его. А, понятно. Ну, слушай, здорово, мне очень нравится. Ой, приятно. Ну что, теперь давайте идти и смотреть на художество Ульяны за 10 минут. Давайте. Ну, пойдемте. Так, мне кажется, мы условились не говорить, что это за 10 минут, чтобы наше творчество не огорчать, вернее, не огорчать нашу нервную систему. Короче, в общем, вот у меня Switch. Я правда, да, здорово. Да, это интересненько выглядит. И какая-то слушай, а это ведь игра. Не обычный, по-моему, Switch, это с чехольчиком каким-то. Да. У меня чехольчик, здесь вот лапки. Лапки вот такие, именно такого ой, цвета. Это, по-моему, с Animal Crossing, если я не ошибаюсь. Здорово, здорово. И цвет тоже да. симпатичный очень. Очень клевая игра. И, кстати, если вам вдруг понравился этот рисунок, то вы можете пройти вот за мной. Прошу за мной, ребяточки, и поставить здесь галочку. Поставить мне лайк. А, это галочку нужно поставить? Я думал, реально надо поставить лайк. Вот такая вот от меня, пожалуйста. И вот такая от Ланы, здорово. Ну, слушайте, я считаю, что моя миссия выполнена. Ой, какое сердечко красивое. Так, все, ребят, наше финальное просто задание — это нарисовать красивое сердечко, все. Так, ну, давайте я тоже поучаствую. Ой, а что так красиво получается? Так, вот так вот я нарисовал. Вау, здорово. Ну что, ребят, я думаю, что на этом можно заканчивать. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.